просто ребятишки, ребята, поили коробочек с косташиной, блядь. Из-за бугра пока еще не видно ничего. Коровки поднимаются уже. Чернушка. Молочный завод. Кусают их голоды. Наели все коровки, идут не спеша. Жарко им тоже. Там вон вдали сено собирают. Деревкой тут. Да, я здесь нахожусь. Место, где мы молимся сейчас. Приходим утром или вечером. Тут хорошо, ни мошек, ни комаров. Все отдувается. Там где-то он гремит, слышно. Где-то дожди идут. У нас потеревку обходит. В начале лета было много дождей. Сейчас уже недели три, наверное, сухота стоит. Кирилл там ходит, Нестор. Вон он машет, Кирилл. Нестор. Сходит сбоку, заходит, чтобы они не расходились. Это Ваня Дробот идет. Какую-то баночку несет там. О, бык. Себе дал знать.
Добрый день. С миром. Мы даже с Жаковым пытались поделить. Да. Не знаю, не знаю. А то жарко, знаете-ка. Отда! Все, пойдем. Отда! Отда! Че, Андрей? Дядь Володь, а я поймал лягушку. Да? Большую. Ух ты. А не маленькую. А что ты с ней будешь делать? Не знаю. Да, отпусти так. Ну, можешь показать кому-нибудь еще. Ого, ничего себе, сколько ягод насобирал ты. Для мамы. Ух ты! Это что за ягода у тебя? Это земляника. С клубника. Нет, клубника. А, да, да, клубника. Земляника. Земляника в лесу. Угу. И она меньше и кислее. Сейчас пойдем, может. А это прям такая сладкая. Я ее сегодня ел столько, что у меня потом после вкуса от нее оставалось чуть больше. Сколько земляники наели, сейчас страшнит. Клубника это, клубника. 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 Клубника, она полетела. А, они сейчас на стол пойдут, да? Так ты заворачивай их. Они все плавные идут. Они на стол пойдут. А где все остальные работники наши? Наш работник. Весело было сегодня. Да. Прям одну овцу укусил. Взял. А что он вдруг на нее кинулся? А он каждый год почти бросается на овц. Это плохо. Самое главное, овца никакого сигнала не подавала, то, что ее кусают. Стоит, так стоит, а ее кусают, этот рэм кусает, кусает, и ничего. А то стоит, молчит. А, Рэм со шариком чуть не подрались тоже, да. Сегодня. Ну шарик задира тот же. Ну. А, Володь, мы же не сразу как загоним на это, на пруд. Сейчас как начальник решит. Ладно. Вы сперва в лагерь приходите. Ладно. Вечером? Да. Ну, а почему нет? А куда? А, они хотели пасти. Я же... А ты пасти будешь? Да, в 3 часа пойду пасти. 3 часа? Ну, если пойдут. Они, да? они просились сами. Так а надо на костер оставить кого-то там, да. Скоро свозить. Ну, оставлю. Кого там? А это еще лягушку ты берешь в руки, иди помой в руки. Вон туда брось ее, чтобы она не погибла. Брось ее потихонечку. В яму туда? Не надо, рядом брось. Вот все. Вот как просят наши пастухов. Давай, иди. Наши пастухи в цели. Авторитет. Давай, Володя, проводи до конца. Вот. Вот сейчас они гонят коров. На дневной отдых. На дневное лесбище. На ходу то ли не доели, то ли мало вообще поели.
Да, Тарас устал. Идет еле-еле. Вся игривость его закончилась. Овечка хромает. А мы пойдем купаться. Ну пойдем, наверное. А мы на Ерема с нами. Ну. Он попросился. А что нельзя-то? Мы сейчас пойдем. И вот. Рына. Собачка Еремы. Чуть ли одной овечки ногу не сгрызла. Там у него кровь, она хромает. Сейчас не будет, мы не знаем. Наверное, точно плохо будет. Я тоже раньше сюда написал. Разделяется корова в одно место, овечки в другое. Они уже знают это все. Теленка там отгони, Кирилл. Кирилл, теленка отгони. Куда ты его гонишь-то? Ну куда ты его? Надо было сюда направлять там. С правой стороны, не с левой. Ой, дурня. Да, ничего страшного. Закрывай. Пойдем купаться, Денис. У вас один вопрос, да? Пойдем купаться, нет? Там что, бара? Там теленок, корова. Пойдемте назад. Они выберутся сюда никак? Я его, ой, пошлите покупай. Пойдем. Класс, класс. Идем сразу? Нет, сперва в лагерь. Палки занесем. Девочки, мы сейчас горим. Девочки, мы сейчас прилетим в сырный котлет. Все, идем. Ну, сперва в лагерь. Сперва в лагерь. А я переобулся. Ирина, подожди нас, а. Так неинтересно будет. Не поможет, он всегда ходит с баранами, этот теленок. Все время около них ходит. Я иногда дольше с водой. Ирина. Вот, мы ходили на один прудик. Вы помните, на котором вы нас снимали, помните, в тот? Там вы где ездили за нами на велике. Там мы купались как раз. Хорошо было. Теплая вода. Покупались, что ли? Да. Угу. Там вода вот посюду вот. Всего лишь посюду вот. Угу. Маленькая. А развилась скорость плавания, насколько возможно. Там еще бегать возможно. Я там бегал в воде. В воде очень трудно бегать. А мне было так легче. Там меньше воды. Вообще изюдя. Я знаю. И поэтому легче было бежать. Я бежал как робот через воду. Прорывался. Чтобы догнать Кирилла. О, жарко такая. А? Тарас! Тарас! Ну ты чего отстал-то? Ну давай догоняй. Догоняй! Пол дороги сделать.
шарик. Настолько устал, что язык высунул до земли. Ой, поили. И Володь, там столько красной ягоды. Надо сказать Игнатьевичу. Добрый день! Добрый день! Живот наполнился. А чего вы кричите? Он же не слышит. Чего вы кричите? У нас живот наполнился красной ягодой. О, лесик туда уже. Да. А зачем? А то для одного дела. Пирс. Нет, не для пирса. Нет? Не под воду опускать? Ваня собрал целую литровую банку клубники. Ну вот замечательно. Где-то рядом уже пойдем скоро по ягоды. Тарас очень сильно отстал. А? Тарас отстал очень сильно. Игривость закончилась у него. Вот и все. Вон он идет. Галя, подожди, игрался, самый последний придет тут. Замес пошел. Да. Идем, Тарасик, снимай его. Мама, встреть его. Куда палки? Ну где стояли? Где стояли палки? Мне Любовь Николаевна дала. Да, Тарасик идет. Вон там они стояли, не зря. Вон там. Там было, видишь, есть. Ладно, не комментируй. Иди сюда. Выживай, Тарас. Ты что-то устал, что ли? Устал, миленький. Вот как здорово. Так, палочки где ваши? Там. Все до одной, поставьте на место. На Тихович. Купаться пойдем. Палку потерял только Тимофей. Потерял. Раздевайся, снимай куртку. Андрей даже грязный. Сам-то он где, Тимофей? Мы ягоды ели, он ее оставил. Дайте Тихону, что он сидит на скамейке? Тимофей, ну-ка иди сюда, спрятался. Игнат Игнатьевич, и еще когда мы пошли, я нашел это. Надо узнать, что это считается. Это? Может быть, еще. Василисина. Так, слушай, говорят, ты палочку потерял. Ну да. Ну так какой-то, надо идти опять искать. В прошлый раз тапок потерял. Да кто тебе виноват-то? Потерял. Ну, родители обычно думают, кто-то виноват. Ну кто виноват? Ну все с палочками вернулись. А ты нет. Ну вот этому козырек бы потеряли, вот кто-то здорово было да, бы. Да, вообще хорошо было бы. А? Хорошо было бы. Вот сказал, хорошо было бы. Давайте мы отрежем его, вот и все. Так. Эти идеи, это не его, это моего брата. Ну я коротко спрошу. Приходил, я не знаю, где-то он здесь. Кто? Иеремия. Ерема! Сюда, Ерем! Мы согласны. Просил, чтобы после 3 часов он выгоняет. Еще пасти, кто-то пойдет? Да. Так, ребята, 3 человек надо оставить на костер. Помогать все делать. Не меня. Ну откуда знаю, не меня. Кого назначим? Меня оставьте. Ну, Ваня, отойди в сторонку. Так, на костер. Ты хочешь пасти или на костер приготовить? Пасти. А? Пасти. Ясно, что пасти. Но после обеда, который второй день пасу, то уже ему уже ничего нету. Просто берите с собой хлеба, у нас ничего больше нет, и воды. Угу. Так. Все, идите, переобувайтесь. Все пошли хорошо. Ой, все пошли хорошо. О, Надя Тихоновна, нас научили там неприятности. Босиком. Давайте, идите, босиком ходите. Сейчас надо покупаться. Ну, дядя Ваня. Нас Рэм взял. Ваня, ты говорил, полезешь наверх. Ты был Рэмом. Все, идите. Володя, давай. Ну, скажите, Игнать Иванович. Ничего пока не будем делать. Дядь Володь, мы с вами. Уходите все отсюда, вон дальше туда ходите. Мы сейчас будем поднимать ветку. Они говорят, что Рэма опять овцу покусал одну. Да. Кого? У Рэм овцу. Он, да. Осенний вовремя увидел, он ее чуть не съел. Он у нее там. Он ей ногу кусал. И вы меня ей прокусили. Ну это надо, значит, наверное. Это он уже вкусил. Это надо батюшке сказать. А зачем же она его пускает? Почему не на веревочке-то? Вон и Рема, вон. Рема. Ваш Рэм будет застрелен. И тебе это надо? Он уже вкусил овечку. Перед этим была собака, застрелила отец. Почему ты ее не на веревочке держишь-то? Лиза идет на веревочке. А где наш шарик-то? Привязали, все. Почему ты его пускаешь? Лень, матушка. Это не годится так. Если он овечку повредил, то отцу придется отдавать овечку.
сегодня батюшка придет проверять овец, это не годится. Так. Ты вышел его на поводке всегда, а где он бегает? Все время прибегает раньше. Он рядом. Нет рядом его, рядом овечку грыз, он рядом грыз. И ты не видел? Сколько раз я видел, он пришел домой, где? Да он убежал от Ириома, домой убегал у тебя? Ну так вот и рядом. Ты с один раз ушел, уже не рядом, все, вон на год. Больше не бери его с собой, поэтому тебя не на привезе. Договорились? Иначе отец его придется стрелять. У этих овечек драл, гусей, у ящиков тоже застрелились, потому что его нельзя отучить уже, все. А виноваты вы. Он забрался там, передушил гусей, а до этого была большая собака у них же. Ну и овечку задушил, уже все, ничего не сделать, только вывести и расстрелять. Так, идите, отдыхайте, перебывайте. Перебывайте, сидите, идите, не мешайте. Один Ваня пусть останется. Так, давай, мы сейчас не будем даже вязать, потом навяжешь лестницу. Угу. Поднимаем. Все, пока. Никит, помогай лестницу поднять. Лестница готова. Натих на речку. Давай. А мы эту ветку отпилим или подрежем кверху? Давай подходи сначала так. Подвяжем, подвяжем. Тяжелее. Нет, ты там вверх поднимай. Давай. Дайте дверь. Можно вылезть из конструктора? Какой конструктор? Никакой конструктор. Вон туда дальше иди. Стой. Все, стой, опускай. Это дело непростое. Придет отвечать за тебя. Мы идем купаться. Нам нужно сейчас вот поставить его на ветку. Чтобы наклонить на ветку, чтобы зацепить. Так. Вот так, упрись ногами. Не давай ехать никуда. Ногами упрись. Держи. Так, поворачивай. Ну поворачивай, ну куда? Ну видишь, на ветку наклони. Ты в другую сторону гонишь. Ты понимаешь, что делать там, нет? Ну наклонить на ветку, он туда, поворачивай. Что-то вы, ребята, совсем не какие-то. Не такие. Так, ну так. Смотри, так стрелять. Под ветку надо подтянуть. Вот, теперь она ляжет. Еще мы будем. Давай, толкай сюда, да. А там на нас ветка так не касается. Все, до сюда, отходи. Толкай. Толкай, толкай. Вот. Все. Сейчас надо ее привязать, а ты сюда не к себе подойди. Так. Проволочку. Вот эту проволочку подай. На сучок не сядь. Так, алюминиевую проволочку дайте. Алюминиевую проволочку дай, отломи. Положи эту, не трогай. Не трогать, не... куда тащишь? Я сказал, не трогай. Ну положи, значит, где ты стоял. Ну положи, отойди от нее. Вот скажешь, или пойдешь куда-то колбасить. Подай алюминиевую. Я же полез. Так вот будто бы это. Вот давай. Сказали бросить, ты колено ее бросить, вода в другое. А мы ее сшли вот так. О, 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 о. Что нужно сделать? Чтобы березу не повредить в дальнейшем, надо подложить резину под проволоку. Вот это мы сейчас постараемся сделать. Ну, видишь, неподготовленный. Ты видишь, занят. Команду выполняет не точно. Приходится наверху уже. Привет, ребят. Что делаете? Так, вторую резину там подай. Там вторая резина где-то лежит. Внизу или там он, ребят? Посмотри там. А то мне уж показалось, что ты из моей баночки забираешься. Блин, я опять забыл, куда я свои очки подевал. Да? Осталось.
Лена, ты здесь родишься? Леша! Там не видишь мои очки? Давай! Так, давай эту проволоку. Проволока, которая, это давай. Это алюминиевая. Толстая проволока, которую ты достал. Я у тебя говорил. Ты кого? Дай булочку. Нам сказали, перевучили. Там уйдите отсюда все. Все уйдите на ту сторону. Они не уйдут. Ваня, Ваня, уйдите отсюда. Ваня нужно обязательно толкнуть, он так глаза откроет. Мы сказали, отойди, опасно здесь. Все, давай эту проволоку, выправь, подай мне ее. Сюда я выправь. Проволоку. Давай. Она длинная, конечно. Ваня. Вон туда повыше, за вой березы хватай. Не упади. За эту и за эту захвати. Вот которую сбоку. Вокруг обхватывай. За сучок туда, повыше сучка. Да, я не знаю. Протащи ты целиком туда ее. Четыре имени. Полное. Ну еще она там закрепилась. Давай, давай, тяни, тяни. Ну, знаешь, если тогда... Теперь тяни к себе за сучок туда. Здесь у меня. Ну, повыше можно взять там. А вон, за разрезинку. Развернуться туда и дальше на ту березу. Вот, теперь вокруг той березы. Обхватывай. Вверху. Повыше. Вот так. С той стороны, с той стороны. И за сучок сюда обмотни поверху сучка. Поверху сучка. Поверху пропусти ее, за сучок. Проволоку. Вот здесь, который сучок. Пониже, пониже, это высоко вообще. Нет! Проволоку с той стороны, березы вокруг захвати, иначе она отломит ее. Теперь вот повыше сучка, выводи ее, повыше. Вот этого сучка, который внизу. Ну, возле руки у тебя сучок, ты видишь? Ну, по верхней части выведи его. Такие простые команды не могут выполнить, прям удивительные. Так, все, натягиваем. Мне передавай его сюда. Выводи. Давай. Где-то там пониже пусти его. Так, знаешь, около себя, вокруг березы потом будешь наматывать. Куда, держи его. Выходи, только смотри. Вот так или вот так? Не надо, там где держать передачу тебе. Натягивай пока, чтобы слабину эту выбери. Выбирай. А потом ее вокруг березы там обмотнешь. Замотай его так колесиком, чтобы тебе легче было. Сюда не надо ее. К себе бери. Вокруг колесиком вот так намотай ее. Колесиком саму ее проволоку, чтобы тебе можно было вокруг березы ее толкать. Вы понюхали? Убери, вот это, заворачивай так. Ветку. Сделай ее колесиком немножко. Но! Что, она не идет? Нет, закончилось. Ладно. Сейчас надо нам убрать. Подожди-ка. Подожди, ты вот так вот ее маленько подержать надо, чтобы она пропустила нас. Вот так и держи. Сейчас мы лесу вытащим. Держи. Ну, туда будет, как она встречается.
Ты его уронишь сейчас? Опусти его. Нам нужно сейчас лестницу упереть вот эту вот и поднимать ее вверх. Так. Ты понял? Да. Ну все, начинай. Да. Так, ну держи это по голове, это трахнем, просто вот, еще просто. Опускай. Надо вот так вот. Поворачивай так. Держи в руках, и тащи туда, отсюда. На тележке тащи. Так, давай сейчас упирай в нее. Вот, чтобы упирать в нее, надо боком поставить. Вот так вот. Ну упирай в нее. Подожди. Держи. Ты не понимаешь, что нужно делать? Убереть и поднять вот эту часть. А ты это можешь сделать, это если боком поставить. Держи боком ее. Поворачивай. Давай, толкайся тут. Помогите, ребята! Толкайте меня! Вверх! Сорвались, сорвали! Ну ты видишь, что она пошла не туда? Ну да, куда же, назад? Ты должен один был смотреть за этим делом. Совершенно не видишь, попусти. Поднимай сверху. Вот так и пиши. Стой, подними. Бери обоими руками в половинки. Упирай. А теперь давайте давите. Подожди, она уходит. Еще не будет. Назад. Она слишком высока. Так, держи. Сейчас маленько туда, в ту сторону надо направить. Так, ну-ка давай. Вот в это место, по сучок, где, вон где резина. Направляй резину. Уйди отсюда, Ваня. Ну лестница грохнет сейчас по спине. Не-не. Так она не повышается. Ты вот ты натягивай ее там, чтобы она у тебя держала. Высоко довольно. Ну, закрепи ее там, сейчас мы так и перейдем. Так, подожди, она никуда. Я не могу так. Ты не можешь так. Ну, назад еще. Вот здесь вот подвижу, подальше, туда, туда. Еще назад. Так, подожди назад. Опусти. Так, ребята, опустите. Вот она не идет, дай, выдержи, дай. И молоток. Быстрее. Сейчас мы ее маленько раскуроскаем. Дай. Все, помогайте, ребята. Поднимайте. Так, оттуда уйдите все. Скажи их, как тянете. Берите за лестницу, если потянете. Мальчики, берите за лестницу. Только не... Сделай боком, как вот здесь. Ну зачем ты боком поворачиваешь? Я же тогда вот держался. Ты чего, чтобы попал вот сюда боком? Ты совершенно не понимаешь, что я делаю. Подожди. Так, пониже ее тянем. Так, подожди. Держите вниз там. Кто-то держите сзади, чтобы она по земле была. На землю подсаживает. От земли не давай отрывать. Никита, перехватывайся. Перехватывайся. О,
Уходит, уходит, мим. Давай закрепляй. Назад, назад. Ну держите там, помогите ему, чтобы она не ползла здесь. Место! Ты куда тянешься? Держи, чтобы она не ползла, он тебя тянет. Ты скажи, что она не туда уперлась. Назад. Так, ничего не надо, держать надо только, держать, чтобы она не ползла. И не проволоку. Ну-ка попробуем отпустить назад. Ты закрепи ее проволоку, то вокруг березы. На плече-то ты ее не удержишь, сейчас сказал, сделаю колесико. Уйди вокруг этой, вот этой вот березы, где держишь. Вот крепи. Этой? Да хоть это, хоть какой, ну не можем же мы держать все время-то. Понимаешь, у вас прогляда вперед нету. И Игнатий Иванович, она не туда уперлась у вас, лестница. Ну понятно, что теперь убирать надо. Так, опускаем, закрепляй, опускай книгу. Да, девочки, убирайте. Ну-ка, что у нас получилось? Маленько-то хоть получилось? Да. Так, сейчас сделаем по-другому. Разворачивайте лестницу туда, вон туда дальше. Бери конец. Да. То же самое сделаем с другой стороны. Берите лестницу, тяните. Туда, входите ей. Ваня большой! Ну подойдите в конце концов. Ну, никуда не девки-то не денутся. Скажешь, не с ними говорил. Ну бери, бери. Мы же делаем дело, ну почему ты там? Опусти книгу сейчас. Книгу опускай. Поднимай. Ваня, ты высокий, ты наоборот там помогай им. Че ты тут где-то в конце вообще? Вперед проталкивать. Вперед проталкивать. Толкай. Боком теперь маленько. Повыше еще. Повыше. Не, не, поднимай, не подним. Не поднимайте, так. Вот боком, вот так, поднимай. Вот так, поднимай. Толкай. Вот так, да-да-да. Хорош. Сейчас мы надо развернуть лестницу. Лестницу надо вон туда перетаскивать. Так, держите здесь. Сюда, на меня тащить надо лестницу. На меня. Лестницу. На меня. Бери, Кирилл, Кирилл, бери быстрее. И сюда подкладывайте. Давайте еще, еще. Да. Еще, 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 разворачивай. Все. Это мы один здесь ветку одну спасаем. Во. Вот, давайте-ка вперед, дари ее. Еще. Ваня, закрепляй ее. Давай еще. Давай, еще, еще. Так, сейчас еще разок, давай, вперед. Нажали. Вот. А ну-ка еще. Еще давай. Вот. Вот так надо держать ее. Ты, наверное, сам полез. Давайте я залезу, Игнатий Иванович. Ваня, натягивай ее. Натягиваю. А ты ничего не можешь натянуть ее. Давайте я залезу, Игнатий Иванович. Давай. Лезь. Помогите дяде Володе. Надо разуться будет, наверное, только. Вы всегда ухватываете главную мысль. Какая? Поднять ветку. Как ее поднять вверх? А зачем вообще надо это делать все? Чтобы дерево не упало. Ваня, на шаг не надо отходить. Вот и весь сказ. Мы ее подняли уже, ее надо закрепить только. Закрепил. Вот смотри, дядя Володя, как поднимается. Пойдете. Держи только крепко. А я не умею поделить. Ее надо там, где он прицепил, чтобы за оба дерева захватить, за сучки. Никакой слабины не давать. Володя вообще тарзан. Ваня, ты там держись только хорошо. Держу. Я не боюсь, просто я когда полезу дерево. Так. Пилем, постурем. Внизу уприте, чтобы лестница не скользнула вниз. Ничего не надо делать, только держите. Где она там? Вот, натягивай ее, она уже взяла. Он где обхватил, там дополнительно еще обхватите и все. Здесь, Ваня, ты там лишнее намотал. Убери это все. Ему нельзя, Володя, делать дальше ничего. Отдай ему. Да он тут нормально сделал. Вот, там вокруг большой березы захватить надо. Хорошо было бы за тополь взять. Ну, далековато. Я знаю.
Главное сейчас ее закрепить на этом, а так потом мы можем 10 раз ее переделать. Да. А вокруг вот этой березы. Посмотри, за обе березы Ваня взял, нет? Да, за обе. За обе березы. Ну все, Володь, закрепляй там. Подожди, тебе золотые зубы. Надо вот мне. Ты зря вот эти золотые зубы. Вот сюда. Видишь, какие помощники-то, молодцы. Живо повернули. Вы понимаете, что проще всего этот сучок был отпилить, и больше ничего не делать не надо. Но мы уже привыкли у русских. Если одну ветку нужно убрать, мы полгектара леса сносим. Показывают за рубежом провода проводить, так они вот так полукругом вырезали ветвистое дерево, и провода проходят, не трогают. И надпись говорит, а у нас бы, говорит, гектара два, говорит, леса снесли бы попутно. Еще раз сюда, на эту стол, вот сюда, в рогатинку. А какой бы там гвоздь сейчас будет? Вот сюда, вот сюда. Вот они нас как сестры обихаживают, любят. Видите, Вика тут заботится. Вы молитесь только. Видите, и Напа тут, там девчата сидят. Вот тут все помогают. Там ласточки летают. Понятно, что надо делать. Ну еще, Паш, получилось? Много колючую проволоку пробил. Не, ну получилось? Да. Считай, что уже закрепили. Где дядя Володя полез, там уже будет все сделано. Только бы не упал он. А для чего делать? Мне кажется, их надо закрепить на ветку. Зачем? Зачем эту ветку? А, слишком низкая. Так, ну что, Володя, натянуто? Ну да, да, да. Лестницу можно убирать? Да. Давайте лестницу помаленьку. Держите. Назад, назад. Назад, держи. Держи, держи. Давай. Так, уйди, Рёма, с дороги. Да. Все, переворачиваем. Так, так, держи. Все, пока, положи. Посмотри, котик там. Котика не троньте. Туда отнесем ее. Сейчас туда, на березке поставьте, чтобы могли слезти. Да, наверное, ничего не получится. Положите на землю. Это слишком сложно для нас. Клади на землю. Вот так. Ты зря поставил там. Они, если упадут, упадут прямо на лестницу. Да не надо тут ставить ее. Убери оттуда. Назад, вытащите туда. Надо думать о том, он наверху может сорваться. Соломки постелить надо. Кирилл. О, Кирилл. Все, Ваня, слази. Все, Ванюша, давай. Держись ладом. Не торопись. Гляди, куда ноги ставишь. Ваня лазить умеет. У него поучиться надо. Я тоже умею. Вот он, видишь, как приземлился. Надо уметь амортизировать ногами. Вас надо еще учить лазить по березам, вот поедем. Так, потихоньку помоги ему. Все. Все, купаться с ними, да? Да. Пошли эти купаться. Так, сколько время? Пол второго. Пол второго. Не прыгать ничего никогда с берега. Обкупнитесь и назад, туда все. Шагом. Все. А оттуда бегом. Пошли. Давайте. Позовите всех. Ваня, всех позови. Где мои очки, Нестор? У меня. Тимофея не хватает, позови его. Тимофея берите с собой обязательно. Где он там? Тимофея, бегом давай. Ага. Тимоша, иди купайся быстрее. А ты раз где? Ну не, никогда не уклоняйся. Ребята, пошли, ты с ними беги. Три поклона и пошли. Смотри, чтобы они там не поранились нигде. Давайте, долго не задерживайтесь. Вот такой порядок. Идут со старшим. Умеющим хорошо плавать, не моложе 18 лет. Я думал, 16, в уставе посмотрели,
Вот три поклона, помолились. Туда шагом идите, аккуратно. А оттуда бегом к качелям. Если маленько там застудится, они пока бегут, уже разогрелись. Люди, которые судят, ничего не знают. Они, ну, просто сами по себе судят. Вот они пасли. И шарик пас. И там рэм. На рэма жалоба. И жалоба не маленькая, грыз овечку. Ну, насколько это и что? А это где мы сделали вторая столовая. Вот. Вон где вот. А это вот у нас утром молитвы где сделали. Ну, я не могу показать, потому что трясутся руки. Ну, в общем, может маленько-то видать. Мы показывали где. Чё Котя пришел? Котя замечательный. Рыжую я унес домой, запер дома, она его гоняет здесь. А вон самый ловливый котик, беспризорник. Маленького котенка подкинули. Цены ему нету. Самый ловливый, не считаю рыжий. И почему-то все время делит территорию. Он-то постоянный здесь, а рыжая временная. И сразу заявила претензии на права. Каноническая территория ее. Вот так. Это наш лагерь детский. Это у нас тут везде надписи висят. Пошел.